Ну что, друзья, как говорится, не прошло и года, и наконец-таки подъехала обнова. Я всех приветствую, с вами Болкин, добро пожаловать на мой канал, и сегодня мы поиграем в МТА, конечно же, на CityDeck Planet сервер номер 2, и, в общем-то, обновление 3.14, то бишь, пи. Ну, хоть не сдец. Ну ладно, все, шутки в сторону. В общем, список изменений. Добавлена система соревнований по дрифту. Место проведения — трасса Красное Кольцо. Для запуска соревнования требуется собрать 4, 8 или 16 человек. В начале каждого соревнования проводятся квалификационные заезды, а затем парные. Участникам, занявшим первое, второе, третье место, полагается награда. Вступительный взнос 100 тысяч рублей. Прикольно, интересно будет посмотреть на то, как это все выглядит. Неужели наконец-таки появился нормальный дрифт? Потому что счетчик дрифта — это хорошо, он существует всегда. Его там обновляли, но это уже как бы тут уже не шухры-мухры. Тут уже прям... РДС какой-то намечается. Добавлена система рыбалки. То, что мы сегодня, собственно говоря, обязательно посмотрим. Рыбачить можно в любом достаточно просторном водоеме. Для рыбалки потребуется купить наживку за кристаллы и удочку. Клубы рыбной ловли с магазином снасти находятся в... Ага. Доступен рейтинг лучших рыболов. Пойманную рыбу можно съесть или продать. То бишь, новый способ заработка. Посмотрим, насколько это интересно, насколько это выгодно, вообще, что там происходит. Добавлены кальяны. Так, ага, тоже надо бы сегодня глянуть, что вообще так, ага, можно установить любое место. Так, это понятно. Добавлена возможность купить черные именные номера. Вот это что-то новенькое. Добавлена возможность обмена номеров между своими автомобилями. Наконец-таки какой-то, видимо, легкий способ появился, чтобы там не перевешивать на одно, на другое, что-то там как-то мутить. Так, обновлен маппинг на старом и новом ЕКХ, обновлен маппинг таксопарков, снижено минимально требуемое количество участников в кольцевых гонках, упрощен выбор шаблона номера в пунктах ЕКХ. Что это значит, интересно, упрощен? А что там, сложности какие-то были? Добавлен дополнительные салоны нанесения стикеров. Ну и куча исправлений. Добавлено Audi S8. Интересно, а в каком кузове, кстати? Четырка. Я знаю, что многие ждали и хотели. На самом деле прикольный. Как повод, надо будет сразу эту тачку в битву тюнинга отправить в ближайшее время. Обновлен Широн. Наконец-таки они убрали вот эту суперспорт. И теперь можно уже самому решать, какой Широн будет. Суперспорт или обычный, вот это вот все. То есть теперь несколько комплектов на него есть. Также Ешка 63, 213 теперь есть и Дорест, и Рест, еще и Универсал, тоже круто. Еще и Брабус пакет, комплект, точнее, 800-й модификация, так, 18-21 года. Добавлен тюнинг для Супры, для Эвика 10-го, и исправленные спойлеры на МГ. Ну, прикольно. Удален ГСФ. Спасибо. Спасибо. Я, в принципе, был единственный человек, которому, наверное, нравился этот автомобиль, но... Мое почтение. Спасибо, что удалили очень красивый автомобиль. И удалена Mazda 6 MPS, но она действительно уже очень давно и как бы такое. Прикольно. Хорошо. Давайте смотреть, что да как. Но перед этим я предлагаю отправиться в сторону больнички, потому что так, что бы мне взять? Возьму вот эту цешку с красивым рисунком. Надеюсь, у меня тут бензин есть. По идее, должен быть. Ага, отлично. Едем в больницу не просто так, потому что там должен ждать Ярик Гугенот. Вот это вот все, ну, в общем-то, это уже как бы я-то уже научился произносить его никнейм. Просто Гугенот. Хотя, конечно, это уже как-то скучненько звучит. Надо вот, вот этого не хватает. В общем, мы договорились встретиться около больницы, чтобы вместе затестить. Он уже там сегодня весь день. А, еще, конечно же, я сейчас пробивался довольно-таки долго на сервак, потому что он сейчас перебит, заполнен полностью. Так, больничка ЛС. Мы вроде как с ним сказали. А что ты как-то, я не понял. А, вот, понял. А, на четырке уже. Угу. Садись, брат, ну шо? Так, чё сначала? Что сначала? Рыбалка. Посмотрим сначала рыбалку. Четырка, кстати, слушайте, ну это интересно. Это интересно будет, потому что на него, насколько я помню... Ку, здрасте, здрасте. Насколько я помню, насколько я видел в тизере, по крайней мере, в каких видах там только не показали четырку, там реально тоже есть комплекты. Калик можно взять на лу... А, ну гоу, ну гоу. Посмотрим, короче, основное, то, что добавили. Дрифт немножечко подождет. Это, мне кажется, прям на отдельную серию надо, потому что если там реально теперь топ-16, топ-8, вот эта вся херня, там еще и вот это вот все можно сделать, то это прям, ну, реально круто. Поэтому сегодня посмотрим на, что вообще кальян, как бы, насколько это интересно, зачем, почему и как. Так, и после этого... А, точнее, сейчас возьмем... А, во, вижу уже маркер на карте. Ага, в этом клубешнике все это дело покупается. Ага, ух ты, сколько машинок-то тут. По вкусу сам возьмешь. Оки, токи. Хе, что больше нравится. Сейчас посмотрим. Так, соответственно, еще бармен. Я так... Ага, ага, кальян стоит пятнашку. Купить в инвентарь.
допустим, я не знаю, альфахер купить в инвентарь. Ага. Ну, я на всякий случай возьму еще Дарксайд. Хер знает. Окей, допустим. Здрасте. Приветик. Приветик. Так, хорошо, у меня это все появилось дело в инвентаре, как я понимаю. Должно быть. Ага, в самом низу. Все, отлично. Дарксайд купил. Ну, типа. Гоу, рыбачить. А там уже все остальное. Так, собственно говоря. Значит, получается, есть бармен, у которого все это покупается, все это в инвентаре. Надо лодочку купить. А, вот так вот даже. То есть. А, подожди, а рыбачить прям реально можно, типа, ну, пофиг где. То есть. Ну, как бы, судя по карте, я вижу вон там вдоль пляжа, где-то в воде кто-то. Ага, вон там, где трассы. Я вижу. Не, кстати, довольно много я вижу маркеров именно в рандомных местах, так что я думаю, что не обязательно в каком-то конкретном месте. Там, в принципе, так было сказано, что в любом месте, где есть вода. Я думаю, в луже не получится, конечно, но тем не менее. Поэтому сейчас мы это дело обязательно проверим. И на Красном кольце довольно-таки много, кстати, довольно много игроков. Скорее всего, там сейчас тоже это все проводится. Но посмотрим. Нет, дрифт обязательно заценим. Так, чё? А, денежку снял. Денежку снял. Все, понял. Все. Сейчас, короче, едем, покупаем лодку. И смотрим, как выглядит. А, подожди, стоп. Нам еще в магаз за удочкой и прочей херней надо. Потому что, как бы, ну, вообще надо все это прикупить. Хотя, может, у Ярика, конечно, есть, но мне же тоже нужно. Кстати, а как выглядит, где, я так понимаю, и в Лос-Сантосе, блядь, и в Сан-Фьерро, и в Лас-Вентуресе, естественно, эти магазины появились. Так, а мы куда едем? Я что-то не пойму. А, около маяка, что ли? В одном... А, нет, тут лодка продают. Все, понял, сначала лодка, а потом... Наконец-таки теперь есть смысл, реально... Так, подожди, у меня же есть лодка, я же ее никуда не девал. Или я ее девал куда-то, подожди, стоп, реально, а я лодку мог продать? А я ее, походу, а зачем я ее продал? Не, ну раз Ярик решил купить, может он сейчас какую-нибудь там яхту купит, а может что-то попроще, не знаю уж. Его предпочтение, сейчас посмотрим. Фух, Саня Ку, привет, привет. Так, ох ты какой, не свой, молодой такой уже рассекает, на каком катере? Там, по-моему, самолет немножко низко летит, не, нормально все. Так, ага. А, я понял. Я из машины-то вышел. Не понял. Потерял меня, потерял. Я бегу. Нормально, немножко. Небольшая пробежка. Бля, четырка вид имеет все-таки. Нормально, да? На штампах все как надо. Вот аккуратненькая такая, смотрите, а? Хорошенькая. Ну, блин, только... Ну, номер пойдет. А, кстати, только сейчас увидел, что, во-первых, Трианны, во-вторых, 014, еще и на 47-м, как бы, Ленобласть все-таки. Это как, у него такое интересно было, или он выцепил еще, он свободный был? Так, все, значит, лодка есть, четырка есть. Осталось купить лодочку. Фу, блядь, лодочку, блядь, удочку. Лодочку-то мы купили. Удочку купить и всякие там червяки вот эти вот. Я на рыбалку один раз ходил. Я не помню, сколько мне было лет. Просто я даже не помню, с кем я ходил на рыбалку. Реально, что-то... Я знаю, ну, как бы никто как-то в семье не увлекался рыбалкой никогда. И мне это особо было неинтересно. Но как-то раз я был. Я нихуя не запомнил, нихуя не поймал. А, нет! Не один, один раз вот прям целенаправленно, а еще был раз, когда что-то там с друзьями родителей, там была тоже лодка, мы куда-то поехали, там щука такая, бля, здоровенная, бля, яся, кочевники, бля. В общем, вот это что-то, я сейчас вспоминаю, было, да, там поймали еще, было дело, что-то поймали, очень такого здорового какую-то. Ну, сейчас посмотрим, как это происходит, как это выглядит. Подожди, а что, магазин здесь, что ли? Что-то не понял. Реально? Здесь магазин? Вот оно что. То есть уже приехали, получается. Сейчас посмотрим, куда... Что такое? А, не тот мост? Я понял, бывает. Так, значит, вот это самое место. По крайней мере, в Лос-Сантосе. Ага, вот сюда вот, я понял. Так, захожу. Что я вижу? Я вижу продажа добычи. Не, подожди, стоп, это что так? Не понял, что не понял? Подожди, не сюда? А, вот сюда, что ли? Так. Ага! Промежуток... Лучшая добыча. Нихуя себе, тут Ярик в топе! Это как так? 737 килограмм. Он реально с утра до вечера, что ли, тут рыбачит? А, сюда иди. Что такое? Куда? Что такое? Куда? Подожди, куда идти? А, во! А, магазин червей. Все, вот здесь. Так, удочка. Отлично, купить в инвентарь. Все, приманка. 10 крестов. Купить. Пусть побольше будет для червяков-то. Червяки, это хорошо. Удочку и приманку. Все, взял. Все, погнали.
Привет, Сашеньки из Дмитрова. Приветик, приветик. Так, все, берем четырку, как настоящие пацанчики, можем ехать спокойно на рыбалочку. Так, там топ посмотрел? Да-да-да. Да-да. Все, где яхта наша? Где наш катер? А, тут удобно, кстати, сделано-то. Можно сразу спаунить лодку и все. Так, а девочек не хватает, я не понял. Подожди, стопэ. Стопэ, стопэ. А девочек, что не взяли? Подожди, я упал, блин. Стопэ, стопэ, я упал. Подожди, 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 я упал! Я в текстурах! Я провалился. На хз... Да я понимаю, я не успел ничего... Ай, блядь. Я под лодкой. Пиздец. Что делать? О. Ну ладно, сейчас. Маленький переспаун. Так, все. Да, блядь, что же меня скидывает самого себя? Все, закрепился. Все, стою. Все, теперь едем. Настоящие кочевники выбирают морские приключения. Как говорится, настоящие пираты Красного моря не боятся. Ух ты. Нормально, нормально скорость набирается, да? Нормально. Так, чем дальше, тем лучше улов. А, вот оно что, вот оно как работает. То есть можно сразу пиздохать за карту. И все отлично, да? Хм, сейчас посмотрим. Так, ну надо реально прям вот... Так, вот я вижу, здесь кто-то рыбачит. Ага. Ага. Ярик водила в натуре. Так, подожди, тут уже край карты, по-моему. В 86-м отдыхали. Да нет, там, блядь, в 86-м... Там такая лодка у вас была, блядь, субмарина, блядь. Это, подводная. В 86-м... В 86-м тогда... На подводной лодке рыбачили, помню. Было время. Так, ПКМ один раз. Подожди, ПКМ один раз. Что ПКМ? Блять, почему я опять провалился? Так, тихо, тихо, тихо. Потом жмякаешь, чтобы не сорвалась. Сейчас попробуем. Так, я открываю инвентарь. Беру удочку. Так, удочка у меня. Удочка у меня. ПКМ один раз. Подожди, один раз. Не понял сейчас. ПКМ один раз. Тогда еще и тянешь. Что? Не понял. Подожди, когда поплавок... А. Рыба соскочила. Нихуя не понял. Подожди, еще раз, блядь. Это сложно. Еще раз. ПКМ один раз. Когда начинает это... Клевать. Как всегда. Подожди, Впрочем, ничего нового, согласен. Бля, удобно? Подожди, стопэ. Стой, 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 блядь. Подожди, убирай эту... Сейчас. Секунду, секунду. Сейчас все пойму. Сейчас. Сейчас, подождите, пацаны, сейчас все будет. Так, еще раз. Беру, закидываю, разочек нажал, правильно? ПКМ за... Да, блядь! Что я падаю-то? Пиздец, блядь, неустойчивое какое-то судно. Еще раз, как клюнет, еще раз ПКМ и дальше удерживаешь. Как удерживать-то, блядь? Да что-то толкучка какая-то начинается. Так, закинул. Сейчас жду, пока клюнет. Я тогда увидел, рыбеха-то уже была. Так, клюнуло, да? А как удерживать-то? Леска порвалась. Блять, подожди, нихуя не понимаю. Еще раз, стоп, че я настолько, что ли, глупый, блядь? Так, еще раз, жду. Ты мало жмякаешь. Какой мало жмяку? Я как зажал, блядь, так и все. Так, это у меня, что ли? Это у меня. Блять, я нихуя ли. В зоне белый. Какой зоне белый? Я пока вообще... Карп, нихуя себе карп, блядь, 5 кило. Нихуя себе. Так, еще раз, вот, заклевал, нажал. Я нихуя не понимаю. А, все, я... Подожди, я понял, кажись. Я понял, подожди, сейчас клюет. Клюет. Так, а вот и кальянчик появился. Клюнуло, нажимаю. А, вот оно как. Все, блядь, теперь дошло до меня. Бля. Хуясе. Я только сейчас понял, как это работает. Как это работает. Хуясе, Себас. Так, подожди, а что с Себасом делать? С почином, спасибо. Куда его теперь? Бля, что такое? Что хули такой маленький-то, блядь? Полторашку всего лишь весит. ПКМ нажми. А, все, понял. Все, понял, принял, обработал. Так, подожди, сейчас. Блядь! Сейчас, подожди. В этом месте нельзя рыбать. Хули нельзя-то, если можно. Сейчас все будет. Так, опа, нахуй, закинул удочку. Сейчас, я теперь понял, как это делается. То есть начинает клевать. А потом надо в белой зоне удерживать на протяжении какого-то времени. Прикольно придумали. Так, ну-ка.
Опа, клюнуло. Я начинаю жмякать. Я жмякаю, чтобы... Я надеюсь, ничего страшного, да? Сейчас. Так, отлично. Скумбрия, ебать. 2,6. Нихуя себе. 2,6 скумбрия. Это уже конкретно, блядь. Это уже конкретная рыбалка пошла. Я, блядь, сейчас буду передачу вести в мире рыбалки. Или как она там? Ебалка и закон. Так, а что сейчас... Подожди, что сейчас выскочило? Так, через 5 минут гонка. Какая нахуй гонка, блядь? У меня тут рыбалка. Закидываю удочку. Подожди, подожди, подожди. Закинул? Закидываю. Так. Сейчас жду. Жду момента. Жду момента. А, блядь, хотел красиво подснять. Подснял, блядь. Так. Снимаем влог. Заебись. Булкин рыбалки. Блядь. Булкин рыбалки, Булкин Дейс. Клюет, блядь. Опа, нахуй. И держу, держу, удерживаю. Правой кнопкой. Охуенно. Все, я допер. Можно что-нибудь нормально поймать, пожалуйста? Нихуя! Нихуя, окунь! Окунь-то, блядь. Ярик, у тебя какая рекордная... Рекордная рыба? Сейчас я в итоге, блядь, обосрусь. У него килограмм 30, блядь, там щука, блядь, какой-нибудь морской, блядь, морская выдра. Или еще что-нибудь типа того. Чего? Какой 750 килограмм? Маку, что ли, выловил? 750... Чего? В смысле? Аку выловил? Что, блядь, за хуйня? В смысле, как такая была... Самая редкая? Что, блядь? Серьезно, такое может быть? Их всего три... Трое поймало на ведь... Охуеть. Так это вот почему у него так... Ясь. Здоровенный! Бля, кто-то утонул, по-моему. Бля, а чё лодку-то штормит так? 750 кг, пизда! 700 белуга! Так аж водка такая, блядь. Хуясь, там бутыль, блядь, 750... Может, 750 грамм? Так, ладно, ладно, сейчас подожди, сейчас все будет. Нихуя себе, 750 килограмм. И сколько, за сколько ее продать такую можно? Форель. Да нахуй, радужная, блядь, форель. Ну заебись, блядь. Так. Как кальян попробовать? А сколько рыба это стоит на 750 кг? Так, на. Что, ставит? Опа. Что жать? Забить, курить, курить. Что нажимать? Кальян нет забивки, понял. А, он сам... А, так я же мог сам поставить, блядь, точно. Так, подожди, это... Ага, курить. Трубка в натуре тянется, блядь! F нажми. А-а-а, понял, принял, блядь, обработал. В натуре трубка прям тянется. Тихо-тихо, это я в лодку уже пошел. Смотри, прям реально трубка как это, как шланг. А как они это сделали? Это же Сан-Андреас, там такой хуйни не было. Как эти трубки-то там, блядь, Не понимаю. Так, ладно, короче, мне больше рыбалка привлекает. Ну-ка, я теперь, блядь, не успокоюсь. Если 750 килограмм рыба есть, я ж теперь... Так сколько она стоит? Подожди, сейчас, сейчас рыбу. Подожди, 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 сейчас. Я спрошу обязательно, сколько она стоит. Ну, в смысле, я спросил, по-моему, там мне ответили, а может, не ответили. Сейчас выловлю, вдруг сейчас вот она как раз будет. Ну-ка. Бля, это будет угар, реально. Блядь, ебучий ясь. Так, а сколько... Сколько стоит-то? 750 кг, которая... 40к. Фу, нормально, блядь. Самая дорогая. Блядь, ну нормально, да, с ракет так-то? Можно жигу сразу нормальную купить. Охуенно. Пошел такой, порыбачил, эту поймал и фига. Нормально, я думал, может, блядь, 1010, а тут с ракет. Это очень нормально, я считаю. О, нормально, окунек, блядь, за 16 килограмм. Я максимум 197. Пиздец. Я сейчас чувствую себя каким-то, блядь, не рыбаком, а мудаком, по-моему, блядь. Ну, потому что, блядь, тут по 150, по 16... А, 16 килограмм это неплохо все-таки. Ну, уже что-то, блядь, хотя бы радует. Бля, ну это залипательная хуйня. Сом норм весит по 300. Охуеть, как можно рыбу... Как можно выловить рыбу? О, кстати, по фоткой на превьюху. Так, немножко озадачил, Ярик. Так, ну-ка, подожди, стоп, как может вообще... Как может весить рыба 750 килограмм, блядь? Это что за хуйня? Во-первых, как ее вытащить можно? Это ж невозможно. Невозможно. 750, это кит, блядь, ебаный. Даже кит столько не весит, блядь, сколько это рыба. Не, кит больше весит, он ну, блядь, с хуем может весить. Блядь, кита вылавливать такое. Блядь, камбала, блядь, в рот ебала, блядь, ну что это за хуйня? Пиздец, я не понимаю, сколько он сегодня рыбачил, что он выловил рыбу, которая 750 килограмм весит. Пиздец вообще, конечно.
До чего дошел прогресс, блядь, у Сереги ПМС. Ну это вообще, конечно, так. Ну-ка, опа, заклевало, заклевало. Держу, держу, держу. Вылавливаю, вылавливаю, вылавливаю. Держу, держу. Так. Сука, мента ебаный, блядь. Дешман какой-то, блядь, паршивый. Максимум, блядь, куда его можно, я не знаю. Вот сейчас будет. Смотрите. Кстати, можно реально челлендж устроить. Типа, гонка-рыбалка, блядь. Ну, в смысле, там, не знаю, против Ярика. Кто за определенное время выловит пизже рыбу? Это ж нормальный челлендж. Чисто кому повезет. Сука, карп ебаный, 12 килограмм. Не, ну это неплохо. Вообще для меня, я просто думал, что, типа, ну там, не знаю, килограмм 20, это заебись. 750! 750! АК меньше весит, реально. Пиздец. Лосось 20, просто на изи вытаскивают, пацаны. Я не знаю, как они это делают. Реально, я тут, блядь, какой-то мелочью вожусь. Пизда, я упал. И сейчас выловлю, выловлю. Ну-ка. Блять, морской окунь. Ну, пятнашка нормально еще. Пятнашка еще нормально. Все. Последние. Последние три раза. Последние три раза. Да, блять. Сейчас. Да, блять! Да что ж ты не залезаешь-то? Залезай! Да, блять, залезай, говорю тебе, на лодку, а! Так, все. Хорошо. В эту сторону. Сейчас все будет. Сейчас будет 100 кг. Вот сейчас вот. Три попытки и точно будет. Но это не точно. Ну-ка, давай, давай, давай. Давай. Нихуя там рыбы в Лос-Сантосе, оказывается. Кого? Рыбы? Да, рыбы. Так, опа. Опа. Опа, пошла. 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 Давай, давай, родная, давай, не подведи! Понял, блядь. Нихуя! Хуя себе, блядь! Тунец, блядь! Желтоперый! Или какой он там? Охуеть! Ебать, он огромный. Пиздец. Ну как? Как? Вот как? Как это возможно-то? Желтоперый, блядь. Тунец. Как вот? Где взять этого тунца-то? Пиздец. Блядь, что за хуйня мне падает? Что за хуйня мне падает? Пиздец. Я реально не рыбак, а мудак, блядь. Пиздец. Просто даже в этом деле не получается нихуя. Просто... Все, последние два раза. Последние два раза, будь что будет. Будь что будет. Симулятор рыбалки и дело такое. В идеале подальше. Нормально, сейчас поймаю. Сейчас все будет. Просто мелочь какая-то попадала. А вот сейчас будет заебись. Во, вот сейчас пойдет. Все. Просто пизда. Все, последний раз. Сейчас будет пиздец. Показываю, как надо. Только один раз. Вот только один раз. Вот в ту сторону надо. Сейчас вот к пацанам туда закину удочку. Так, опа. Опа, пошла. Пошла, родная. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Сейчас я поймаю эту рыбеху, блядь. Опа, клюет. Опа, опа, опа. Опа, опа. Давай, смотри, как долго, а? Точно что-то большое? Блядь. Сука, самая, блядь, легкая рыба. Все, последний раз. Я не могу реально теперь, когда я знаю, что такая хуйня произошла, и есть какие-то там супер редкие, блядь, виды рыбы из этого, блядь, и какие-то чернобыльские, блядь, рыбы, реально. 750 килограмм, охуеть. О-о-о. Хоть что-то, блядь. Реально, лосось на 27, это уже неплохо, реально. Ну что, друзья, я думаю, что на этом мы будем заканчивать сегодняшнюю серию. В ближайшее время обязательно надо будет глянуть, что такое дрифт, что там реально по клиппинг-зонам они придумали, или как вот это вот все организовано теперь вообще, и что, и как. Битва тюнинга обязательно с четыркой, потому что я думаю, там тюнинга дофига. Но в целом, новое развлечение — это всегда прекрасно, поэтому обнова, мне кажется, прям хорошая, когда какие-то вот такие вот приколюхи, тем более с редкими рыбами, которые уже, опять же, теперь... Ой, бля, в общем, надо... Я попробую в своей жизни выловить этого карпа, блядь, ебаного на 750 килограмм. Огромное спасибо всем за просмотр, оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если тут впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии, оставляйте ваши комментарии, до новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья! Но на самом деле еще не конец, потому что я совсем забыл, что Ярик сказал мне еще перед началом серии, что есть какой-то подарок, только я не знаю, от него или не от него. В общем, сейчас нужно доехать до ИКХ. Подарочек какой-то, интересно, что там, сейчас узнаем.
Я, конечно, ничего не хочу говорить, но Ешка в кузове Универсал просто пиздец как круто выглядит. А еще и в красном цвете, на самом деле, максимально непривычно. Я, кстати, не знаю, может быть, это и есть подарок, но это не точно. Я просто вот пока что мы еще едем, но просто вот решил прокомментировать. Я опять хотел сказать просто. Просто их реально нет в России Универсалов. Как и бананов 63-х Универсалов нет. Эх, бля, это же прям вот, ну вот, вот если уж рассматривать другой универсал как конкурент RS6, то это вот оно, потому что я другого особо не могу представить. Нет, RS, конечно, это другая, это прям навсегда, но вот я бы, честно говоря, не отказался. Вот я как бы в сторону Ешки, вы знаете, что не буду смотреть вообще, потому что была М5, что-то похожее, вот. Но если бы универсалы были, это другой разговор. Реально другой разговор. Он, конечно, может быть не супер симпатичный, но он пиздец как вот выглядит за счет того, что он непривычен взгляду. То есть, как бы, я думаю, что в России ни одного нет. Ну, может быть, конечно, кто-то пригонял, но мне, ну, я, по крайней мере, не видел, нигде не слышал даже о том, что хоть один существует. Бля, вид имеет пиздец. Пиздец просто. Собственно говоря, кстати, вот так вот выглядит обновленный ЕКХ. И сразу можно посмотреть, что там поменялось. Что тут поменялось? Поменялось... Ага, шаблон страны. Что? Подожди, а в чем, ну типа, в чем облегченность? Подожди, такая... Что стало легче? Я не понял, что... Там же было сказано, что типа легче теперь как-то там это все то же самое. Ну, то, что по-другому все, немножко в других местах прикольно теперь выглядит, конечно. Ничего не скажешь, реально лучше. Так, а я потерял Ярика, потому что где-то... Ага, нашел. Так, подожди, я бегу, все. Так, где-то тут, ага, все, а машина-то какая? Подожди, стоп, что? А зачем убрали эти, как они? Подожди, а зачем реально эскалаторы-то убрали? Что, блядь? Что-то максимально... Я, конечно, ничего не хочу говорить, но тут такой шедевр заспаунился. Я не знаю, может быть, это есть подарок? Аморал? Еду врезаться в стену розового цвета, рейс? Бля, прикольно. И как бы вот этот Аморал, как бы, грубо говоря, логотип, которого особо-то и не существует, но тем не менее, вот как бы проект не Аморал 2.0, а Аморал, потому что, ну, Rolls-Royce. Бля, классно, мне понравилось. Интересно. О, подожди, что-то пришло. Реально, Чуба что-то предлагает. Что такое? Бля, мне страшно, что за хуйня происходит? Подарок от админа? Это какая-то интрига сохраняется до последнего. Так. Ого! Да ладно, это вот этот че, это означает, наверное, черного цвета, новые номера, правильно? Подожди, что? Ставь... А, номер... Все, понял, подожди, все, я допер, что это обмен такой происходит. Так, Cadillac Escalade, номер, все, готов. Ага, произвести... Ебать! Ебать, спасибо большое. Я, конечно, все понимаю. Ну-ка, подожди, а как он выглядит-то? Я даже просто как бы не видел. Это его успели, видимо, выцепить специально. Ух ты, бля. Вид имеет. Я специально поставил на Cadillac, потому что мне, ну, безумно нравится реально эта тачка. Это как бы и подарок в том числе, и как бы еще и с моей любимой группой. И просто у меня даже некуда больше ставить. Мне остальные номера все как бы какие-то именные, забитые уже. Ебать. Управление по управлению всеми управлениями, Булкин. Блин, ну оно так реально солидно смотрится. То есть теперь именные номера еще появятся вот на, как бы, ну, черного цвета номер. Бля, это очень круто, спасибо большое, теперь у меня... Ну, я так и оставлю на Cadillac, а куда еще мне вешать-то? Прям реально топчик. Смотрите, реально вид имеет. Прям вид реально имеет. Ну а теперь, друзья, на этой ноте серия подходит к концу. Огромное всем спасибо, до новых встреч, всем удачи и всем пока-пока.